Меня зовут Алина, мне 13 лет, занимаюсь я ментальной арифметикой с 9 лет, то есть 4 года. Если на занятиях, то, наверное, это разнообразие, потому что каждый урок мы выполняем разные задания, играем в разные игры. Если это можно считать за игру, конечно, то мне нравится считать пирамидки. Думаю, скорее всего, когда у нас начинается перемена, мы начинаем играть во что-то, и все начинают шутить. Я участвовала уже во многих олимпиадах. Самая первая моя была это в Туле. Потом была Белоруссия, несколько раз Москва и 2 раза Питер. В первой олимпиаде в Питере мне понравилось, потому что там было все очень классно устроено. Мы, когда ждали результаты, мы даже заказали пиццу, все было так, не было такой атмосферы взволнованной. Думаю, моя первая олимпиада, потому что в Туле она происходила, она была самой волнительной для меня, но все же каждая олимпиада для меня как первая, я всегда волнуюсь перед ними. Думаю, нужно как и заниматься много, как это уже сказали многие, так и подготовить себя как бы ментально внутри. Подготовиться, настроиться на олимпиаду и настраиваться также на все хорошее. Думаю, это даже странно. Скоро у нас будет происходить олимпиада в Дагестане. Я там никогда еще не была, поэтому мне очень интересно там. Но мои друзья уже там были и рассказывали мне. Но у меня не получилось туда поехать, так что мне очень там понравилось, по крайней мере, по фотографиям. И другие страны, не думаю, то, что можно какие-то выделить, все по-своему хороши. Думаю, если мы уже сели, нас рассадили по своим местам, то я убираю все мысли в сторону, начинаю разминаться на абакусе, и это вводит все мои какие-то лишние мысли. Нам их выдала наша учительница Валерия Михайловна, перед вроде бы олимпиадами какой-то. А мы их надеваем на олимпиадах, иногда на уроках. У нас есть носки с птичкой абакуса. А, еще, кстати, у нас есть синие такие платочки, которые также мы на олимпиадах надеваем. У девочек, когда мы перед каждой олимпиадой заплетаемся, и мы, у нас такие есть опять-таки синие ленточки, мы их заплетаем либо в косички, либо просто на край. Участвуйте в 8-й международной олимпиаде Абакус в конце ноября.